Сестринское дело в Республике Казахстан. Состояние и перспективы. Под таким названием в Караганде стартовала международная научно-практическая конференция. За обсуждением данной темы собрались международные эксперты из Израиля, работники областного управления образования и здравоохранения по Карагандинской области, а также представители высших учебных заведений. На конференции побывал и наш корреспондент. Обсуждение и разработка стратегии развития сестринского дела стало главной целью международной научно-практической конференции, которая будет проходить на протяжении 2 дней, 13 и 14 декабря. На этом заседании в Карагандинском государственном медицинском университете приняли участие представители Департамента науки и человеческих ресурсов, международные эксперты государства Израиля, областного управления образования и здравоохранения, а также представители высших и средних медицинских учебных заведений. По словам Бахыт Кашеровой, круглый стол поможет определить главные ориентиры развития профессии медицинских сестер. Мы пригласили сюда старших главных медицинских сестер, главных акушерок, фельдшеров. Мы пригласили всех тех, кто непосредственно работает и для кого готовим мы специалистов среднего звена. Мы хотим узнать их мнение, как на сегодняшний день ведется подготовка и как дальше готовить этих специалистов. Это очень актуально, это очень значимо. На сегодняшний день сестринское дело имеет важное значение в области здравоохранения. Медицинских сестер можно назвать практически правой рукой любого врача. Если раньше эта профессия относилась к квалификации профессии среднего звена, то сегодня медицинские сестры имеют больше возможностей для развития профессионализма и квалификации, говорит Бахыт Кашерова. На сегодняшний день на самом деле стратегия развития сестринского дела в Казахстане имеет очень актуальное развитие. Потому что если мы раньше к медсестре относились просто как к медсестре-исполнителю врачебных назначений, то на сегодняшний день полномочия, или, как мы говорим, компетенции медицинской сестры, они расширены. Медицинской сестре будет делегирована часть врачебных полномочий, и это очень актуально. Медицинская сестра на сегодняшний день – это та специальность, которая имеет возможность профессионального роста. То есть она может работать просто медсестрой, старшей медсестрой, главной медсестрой, быть магистром сестринского дела, дальше защищать диссертацию и доктором PhD. Приглашенные на обсуждение важной темы эксперты из Израиля приняли активное участие в данной конференции. По словам Адель Сигал, которая занимается повышением квалификации медицинских работников, данная конференция – это отличная возможность для развития сотрудничества с казахстанскими медиками. Мы приехали сюда на конференцию, чтобы начать работать с Казахстаном в этой области и помочь. Пока израильская компания занимается повышением квалификации врачей, но кто знает, возможно, сегодняшнее мероприятие станет отправной точкой в развитии сестринского дела. Эксперт из Израиля рассказал о престижности профессии у них в стране. У нас в стране создаются постоянно такие конференции, мы обучаем наших медсестер. Значит, у нас есть очень четкое разделение между медсестрами. Есть медсестры с высшим образованием и есть медсестры с низшим образованием. Медсестры с высшим образованием занимаются в университетах и получают степень дипломированной медицинской сестры. Она на уровне врача. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.